понедельник утром у остановки школа ДСАФ врезался в дерево рейсовый автобус. При этом получил травмы его водитель. ПАЗ 24-го маршрута чудом не протаранил другие машины. После того, как шофер будто потерял сознание, неуправляемый автомобиль выехал из границ своего ряда и наискосок пересек встречную часть дороги. От дерева он ударился на противоположной обочине. Очевидцев было предостаточно. Начинался утренний час пик. Он шел на зеленый полок, нормально все. Просто он оттуда вот сошел все и пошел вот так вот. Как он встречку не зацепил? Ну вот, как-то удачно. За 15 минут до аварии ПАЗ выехал из автопарка, который расположен в южной части города. Шофер направлялся на железнодорожный вокзал, где и должен был начать первый рейс. По словам мужчины, пассажиров в салоне не было, однако в этом есть повод сомневаться. Для шофера вызвали врачей, причем пациента больше беспокоили не травмы, полученные в момент удара, а общее самочувствие. Недомогание водитель почувствовал за несколько минут до столкновения с деревом. 45-летний мужчина не придал этому особого значения, но вскоре совершенно неожиданно для себя выключился из процесса. Перед выходом на линию шофер должен проходить предрейсовый медицинский осмотр. Был ли он сделан, выясняют автоинспекторы. ПАЗ принадлежит индивидуальному предпринимателю, который приехал на место событий. Коммерсант был заинтересован в скорейшем оформлении ДТП. В результате аварии пострадало имущество РЖД. Автобус сломал несколько столбиков, которые были установлены у железнодорожного переезда. С места происшествия Денис Коршунов, Ольга Соколова и Алексей Овчинов.